И в конце выпуска о погоде в городе прогноз на завтра от Ольги Медведевой. В среду, 17 января, в Кирове пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем минус 10 градусов, ночью также минус 10. Ветер восточный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. Я желаю вам легкой среды.